do it up now. Всем привет! Вы смотрите новое видео на канале «Всякие полезности», рубрика «Посылки с Китая». На этот раз я заказал переходник с AliExpress, точнее, это переходное кольцо M39, M42. Это попросил меня друг, фотограф, заказать ему такой переходник. Начнем распаковку. В Украину пришло за... Сейчас скажу, сколько точно. Ну, где-то за месяц и 10 дней, в общем. Вот у нас само переходное кольцо для зеркальных камер, что позволит устанавливать советские объективы, такие как Гелио 44, Мир 1, Юпитер 6, ну и так дальше. Вот у нас кольцо такое. Сейчас покажу вам резьбу. Значит, внешняя резьба у нас. Вот вам видно или не видно. Сейчас. Вот. Значит, внешняя резьба у нас М42. И внутренняя. Сейчас. Вот. Внутренняя. М39. Качество изготовлен из стали, то есть вот цокает у нас типа показатель. Так вроде вот нажимаю, не гнется. Ну, в общем, вот такая у нас сегодня маленькая посылочка. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, не понравилось, ставьте дизлайки. Также подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.